Да, я поняла. Да, конечно. Сегодня. Вызывали? Проходи. В 5. Договорились. Как ты мог так поступить? Как ты мог так поступить, Саша? Я тебя спрашиваю. Это же надо так нагрубить учителю. И из-за чего? Из-за твоих железяк на лице? Ты же ученик. А ученик должен выглядеть прилично. Ты себя вообще кем возомнил? Думаешь, ты особенный? Ничего подобного. Ты такой же ученик, как и все остальные. А ученик обязан выглядеть прилично. Это школа. На кого ты похож? Ты посмотри на себя. Куда только твои родители смотрят. Да и родителям-то ты, наверное, не нужен. Когда они в последний раз соизволили прийти в школу? Не помню. Ага, не помнишь. Так вот, когда ты перейдешь в другую школу, вот тогда ты, может, вспомнишь. Когда твои родители были в последний раз в школе, они что сказали? Что они не против, если мы тебя переведем в другую школу. Так вот, милый друг, иди в другую школу, либо учись, либо работай, это уже твои проблемы. Нас это не касается. Ты понял? Все. Свободен. Саша, ты мне ничего не хочешь сказать? Что? Мне сейчас звонила директор Валентина Николаевна. Что ты там натворил в школе? Почему ты учителю нагрубил? Да чего она меня оскорбила-то? Ты понимаешь, что теперь житья тебе в этой школе не будет? Ты это понимаешь? Теперь придется по-другому поступать, переводить тебя в другую школу. Да делай, что хочешь. Делай. Не знаю, что с тобой делать уже. Саша, прошу любить и жаловать, принимайте свой коллектив, а я за журналом и начинаем урок. Даже не думай. Ты можешь сесть со мной, если хочешь. Ты, значит, новый? Как тебя звать? Саша. А я Николай. Можно просто Коля. Ты не обращай внимания на этого придурка. А ты, кстати, к нам откуда? Я из 32-й. Ясно. А чем увлекаешься? Да так, ничем, музыку слушаю. А что за музыка? Ну, альтернативу, слышал такое? Да. А я в основном так, под настроение, то все. Ну, короче, что понравится, то и слушаю. Понятно. Слышь? А ты давно это? Что это? Ну, Эмма. Да уж года 2. И как Ардаги к этому относится?
Да так, не очень. Мама говорит, что это все детская забава. Все время придется. А друзья как реагируют? По-разному. Кто-то говорит, что круто, кто-то наоборот говорит, что фигня. Да и так друзей-то у меня нету, одни знакомые. Да, парень, не повезло тебе. Но это ничего, у меня почти та же история. Тебе проще. Это почему? Ну ты же не... Нет, а чем это хуже? Ничем. Ну вот, значит, у тебя есть шанс. Как это не знаю? Парень, дерзай, у тебя все получится. Думаешь? Конечно. Все зависит от тебя. Будь таким, какой ты есть. Забей на эту всю фигню. Ты же нормальный парень, что тебе еще не хватает? Не знаю. Что ты заводил? Не знаю, не знаю. Я же говорю, что нужно верить в себя, и все получится. Ладно, попробуй. Ладно, все, почему ты пришла? Ты говори, как я не... А ты почему со своей старой школы ушел? Да я учительница послал. Че, правда что ли? Да ладно. Так прикинь, она меня уродом назвала. Сказала, чтобы я, короче, все снял. И че? Пирсинг подстригся, говорит. Ну ты даешь. Че такое? Да, не обращай внимания. Знаешь, что я тебе скажу? Ты попал не в лучшее место, парень. Каждый третий школьник здесь либо состоит на учете в милиции, либо просто полный отморозок. А уж про наш класс и говорить нечего. Один Дима только чего стоит. Из 20 человек только я, да еще пара людей нормальные. По крайней мере, я так думаю. Ничего себе. Смотри, куда прёшь. Будешь курить? Не, я не курю. Ну и молодец, что не куришь. Я вот давно бросить пытаюсь, и никак. Где живешь? В 13-м. Так это же рядом со мной, я в 15-м живу. Так пошли. Ну что скажешь, Димыч, как тебе новенький-то? Заткнись. Да ладно, ладно, что ты. Тут Гаймарянам еще не хватало. Точно. А что делать-то будем? Завтра с ним разберемся. Эй, ты, стой! Я к тебе обращаюсь. Чё, нравится у нас? Чё, глухой? Ты... Пасть закрой, позёр поганый. Я не позёр. А кто ж тогда? Центр меня. Если завтра мы тебя в школе увидим, то тебе конец, понял? Саша. Да все нормально, мам.
Точно у тебя все нормально? Да, да, точно. Просто устал очень. Ну, отдыхай, Сашенька. Зря ты сегодня в школу пришел. Димыч тебя уроет. Ты чего хочешь? Че ему надо? Слышь, давай сами спасать его. Давай. А куда пойдем? Не обязательно. О, здорово. Здорово. Привет. Здорово. А ты что, не в школе? Да. Меня. Вот, знакомьтесь, это Саня. Новенький у нас в классе. Привет. Здорово, Костя. Здорово. О, у вас своя группа? Да, вот мы тут играем, репетируем. Круто. Я вот тоже на гитаре играю. Да? Слушай, а сыграй что-нибудь? Хватит! Прекрати! Что? Ты еще заступаешься за этого сопливого придурка? Врежь ему! Да пошел ты! Слышали? Шухер! Мы еще встретимся! Вот козлы! Ты как? Не надо побыть одному. Нет. Я же... Даже не думаю. Почему мир так жесток? Почему они не хотят меня признать таким, какой я есть? Почему? Эй, Колян, куда спешишь? А где твой новый друг? Сынок. Я упал, мам. Не ври. Я не вру. Саша! Да что? Да. Да, что случилось? Нет, я ничего не знаю. Сейчас подождите, я спрошу. Это звонит ваш классный руководитель. Говорит, что какой-то мальчик попал в больницу из вашего класса. Ты ничего об этом не знаешь? Она говорит, что какой-то Коля. Саша! Саша, подожди, Саша! Oh,
Да и родителям-то ты, наверное, не нужен. Ты думаешь, ты какой-то особенный? Нет, мой друг, ты такой же, как и все остальные. Пасть закрой, позер поганый. Это я виноват. Я! Сашу можно? Как? Когда? Это ты его довел. Ты со своими шестерками мороженными. Знаю, урод. Это остается на твоей совести. И ты будешь помнить об этом всю жизнь.